В настоящее время на территории Камчатского края продолжаются работы по установлению границ лесничества. Специалистами агентства тщательно проверяются документы, подготовленные Рослесным форгом на соответствие материалам лесоустройства. Установление границ приведет к решению многих проблем, в том числе к урегулированию вопросов по устранению пересечения границ земельных участков и на категории землями лесного фонда.